Война. Враг много месяцев стоял под самым городом, но ворваться не мог. Была теплая южная ночь. По уличке затемненного города шел человек. Смотри, мама, кровь. Ну что ж, мы сидим, помогай, надо его в дом тащить.
Поправь подушку, поправь. Воды, воды. Пить. Тихо, 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 тихо. Петя, дай сейчас же, а то ты разольешь. Огонь. Горит огонь. Где капитан? Огонь! Кругом! Огонь! Горит. Когда свет горит, она в бухте. Передайте Королькову. Что там говорит, мама? Это он так, бредит. Дай мне бинт, я ему сделаю перевязку. А где бинт? Там, в корзине. Я школьница. Тихо, пират. А куда ты бежишь со своим пиратом? А это тайна. Военная тайна. Угу. А зовут тебя как? Таня? Почему Таня, Катя? Ну вот, одну тайну мы уже узнали. А что, Кать, водички можешь достать? Могу. Отец на фронте? На фронте. А мать? А мама в госпитале работает. А ты что делаешь? А я ей помогаю. Это хорошо. Ну вот, мы все твои тайны узнали. Спасибо, Катя. Пожалуйста. Хороша у тебя водичка. До свидания. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Пират домой. Домой, пират. Иди, иди. Нет, мы сегодня совсем никуда не поедем.
А это почему? У нас же раненый краснофлотец. Раненый краснофлотец. Ага. Знаешь, ему так плохо, что доктор даже в госпиталь его не велел везти. Его нельзя шевелить. Сегодня утром машина приехала, а мама сказала, что мы никуда не поедем. А он с вами разговаривал? Нет, он что-то бредил, бормотал. Я ничего не помню. Я только запомнила несколько слов. Несколько слов? А что он сказал? Он сказал: передайте Королькову, когда свет горит, она в бухте. Мама говорит, что это он сказал бреду. И мне тоже ничего не понятно. Лида, смотри, катер! Ну, прыгай! Вон, видишь? Где? Да вон, вон! Ну, видишь? Нет. Ну, и глаза у тебя, Катя. Да обыкновенные глаза. Только их нужно приучить. А я их приучила смотреть на море, когда командовала крейсером «Победитель». Ты командовала крейсером «Победитель»? Ага. Это когда я жила на том берегу, где сейчас фашисты. Вон, видишь, далеко горы. Наш домик стоял у самой бухты. Я там жила. И там у меня был крейсер. Этот крейсер был настоящий? Ну, конечно, не настоящий. Это была пещера. А перед нею был выступ, который висел прямо над морем. И вот, когда стоишь на краю выступа, ничего кругом не было видно, кроме воды. Как будто стоишь на капитанском мостике и плывешь, и плывешь, и плывешь. А в пещере у меня была каюта и разные приборы. Какие приборы? Ну, компас. И никто про эту пещеру не знал, кроме меня. Никто-никто? Никто. Смотри, я тоже вижу катер. Он подходит к берегу. Ой, я все виды катеров знаю, это морской охотник. Охотник? А за кем он охотится? За подводными лодками. Смотри, катер подходит к молу. Сейчас фашисты начнут по нему стрелять. Бежим к большому камню, а? Бежим. Ждет. Подожди, подожди, мне нужно еще тебя расспросить. Садись. Слушай, а что сказал нам раненый краснофлотец? Он сказал: передайте Королькову, когда свет горит, она в бухте. Так это же тайна! Я сразу чувствую тайну. Слушай, кто такой Корольков? Не знаю. А какой свет горит? Тоже не знаю. Ну, а что за бухта? Ну, а я откуда могу знать? Видишь, сколько здесь тайн. Катя, а ты хоть одну отгадала? Нет еще.
Но я знаю, с чего надо начать. Во-первых, нужно узнать, кто такой Корольков. Передать ему, и он все сразу поймет. Ну как ты найдешь Королькова? А это увидим. Прощай. Прощай. Катя, ты куда? Я побегу в школу. Ты помнишь, Миша, какая я тогда была счастливая? В тот день меня в первый раз повели на катер. И мама тогда еще была жива. А папа стоял на капитанском мостике, улыбался. Вот видишь, Мишка, мой папа вернется. Он поднимется на горку, подойдет к калитке и крикнет: «Маня!» А я крикну: «Папочка вернулся!» И подбегу к нему навстречу. Потом он поднимется на веранду, сядет в свое кресло, а я скажу: «Смотри, папочка, сколько я тебе папирос приготовила. Больше 1000 штук». Нехорошо так глядеть на меня, Миша. Ты не веришь, что папа вернется? Нет, нет, я по глазам вижу. Ты не веришь. Ты думаешь, он погиб во время десанта вон на том берегу? Не спорь, Мишка. Не спорь. Ты так думаешь. Ты наслушался разговоров. Ведь все же вернулись на катер. Только папа и Казаченко. Манечка! Макар Макарыч! Здравствуйте, Макар Макарыч! Здравствуйте, здравствуйте, Манечка. Я так и знала, что вы сегодня придете. Ну, а как же иначе? Ведь как только мы приходим в город, команда катера меня тут же к вам посылает. А вчера почему не были? Извините, Манечка, никак не мог. Ну, проходите, Макар Макарович. Спасибо. Проходите. Садитесь. Спасибо, Манечка, спасибо. Мы сейчас очень заняты, Манечка. Заняты? Ну, да. Чем? Выслеживаем подводную лодку. Скажи. Подводную лодку? Вражеская подводная лодка рыщет возле города. То появится, то пропадет. Но нельзя же ее оставлять в тылу. Сколько она бед может натворить? А вы ее еще не поймали? Ну, пока еще нет. Но сегодня идем сторожить. И про папу моего ничего не узнали? Ничего нового, Манечка. Возьмите папиросы, Макар Макарович. Спасибо, Манечка. Это папина папироса. Вот и он так всегда говорил. Возьмите папирос, Макаров, протянет бал портсигар и прибавит: это мне дочка надевала. Да, сколько лет я прослужил на катере с капитан-лейтенантом. Ведь если он вернется... Почему вы говорите, если он вернется? Он вернется. Разве вы больше не верите, что он вернется? Верю, верю, Манечка. Вы не сердитесь. Я нечаянно. Я сбил. Ну, мне пора. Посидите еще, Макар Макарович. Не могу. Лейтенант Корольков приказал мне быть на катере 19:00. Лейтенант Корольков? Ну да. Счастливо оставаться. Постойте, Макар Макарович. Вы опять кулечек забыли? Какой? А вот. Ах, этот. Это ваш кулек. Команда катера велела вам передать. Там пустяки. Ну что вы, Макар Макарович. У меня все еще от прошлого раза осталось. Ну, ничего, ничего, Манечка, пригодится. Макар Макарович, а лейтенант Корольков верит? Лейтенант Корольков? Да. Верит. Верит, Манечка. Ну, мне пора. Лейтенант Корольков? Девочка, послушай, девочка. Ты что, плачешь? Нет, ты скажи мне, что ты плачешь? Что ты? Они не верят, что папа вернется. Они утешают меня, а сами не верят. Я верю. Ну, посмотри на меня, не плачь. Ты меня не знаешь, но это не важно. Меня зовут Катя. Я тебе говорю, что он вернется. Я найду твоего папу!
найду твоего папу. Девятнадцать ноль-ноль. Где лейтенант? Что? А? Лейтенант спит. Спит? Это хорошо. Он 5 ночей не спал. 5 ночей. У Манечки были? Был. Все ждет отца? Ждет. Но ведь надо же ее постепенно подготовить. Надо, надо. А вот духу не хватает. Она все спрашивала про лейтенанта Королькова. Ждет он или не ждет? Корольков, мне кажется, уже не ждет. Да. Прошел уже месяц. Если бы капитан-лейтенант был с нами, мы бы поймали эту проклятую подводную лодку. Корольков тоже так думает. Не понимаю. Как же подводная лодка уходит? Через горы, что ли? Нет, не через горы. А вам хорошо поспать? А чего вы не спите? Не могу. Сон для меня уж не отдых. Вот только закрою глаза, как сразу чудится, будто я снова слышу шорохи, шелесты морской глубины. Идите, идите, вам нужно отдохнуть. Идите. Пойду проверю аппарат. Скоро опять в море. Не разбудите лейтенанта. Не беспокойтесь. Смотри, катер. Когда свет горит, она в бухте. Сейчас мы скажем лейтенанту Королькову, он все сразу поймет. На войне всегда так, секретное донесение. А для тебя это бессмысленные слова, а для него точное указание. А по-моему, нас прогонят и все. Мама будет бегать по всему городу искать меня. Она всегда мне велит сидеть дома после захода солнца. Слушай, а неужели твоя мама не понимает, что все самые таинственные дела совершаются после захода солнца? Мама-то это понимает. Поэтому она и хочет, чтобы после захода солнца я сидела дома. Ай, да ну тебя. Это он. Кто он? А моряк, который приходил к девочке. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, и не кричите так громко. Здесь кричать нельзя. Ой, извините, пожалуйста, но нам нужно видеть лейтенанта Королькова. Лейтенант Королькова видеть нельзя. Нельзя? Почему нельзя? Потому что он спит. Ну, придется его разбудить. Придется разбудить. Я старый морской краб. Море меня насквозь просолило. Я такой соленый, что если укусишь меня, то сразу выплюнешь. И если лейтенант Корольков спит после 5 бессонных ночей, я никому не позволю его будить. Идем, Катя, идем. Подожди. Придется его разбудить или мы подождем, пока он проснется? Ну, а когда он проснется, мы уйдем в море. Ну, отчаливать, отчаливать. Стой! 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 Товарищ лейтенант! Откуда? А ты куда? Куда? В чем дело, Макаров? Товарищ лейтенант! Стой! Ты ну стой же! Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! Что? Товарищ лейтенант! Что? Товарищ лейтенант! Что случилось, Макаров? Прошу прощения, товарищ лейтенант, не доглядел. Но проскользнуло между рук. Лейтенант Корольков, это вы? Я? Когда свет горит, она в бухте. Как? Когда свет горит, она в бухте. Это вам велел передать раненый краснофлотец. Какой раненый краснофлотец? Как его фамилия? Может быть, Казаченко? А я не знаю. Так что же он сказал? Повтори. Когда свет горит, она в бухте. И больше ничего? Ничего. Вы понимаете что-нибудь, Макаров? Пока нет. Когда свет горит, не понимаю, она в бухте. Тут, к сожалению, нет никакого смысла. Вот видишь, Катя, ведь он в бреду. Мало еще человек может сказать в бреду.
Идем, Катя. Идем. Товарищ лейтенант, разрешите доложить? Да-да, знаю. Нам пора уходить. По местам! Пошлите к раненому, Макаров. Есть, товарищ лейтенант. Вот видишь, я тебе говорила, Катя. Эй, барышня! А ну-ка. Ну-ка, идите-ка, идите-ка отсюда, барышня. Это вам не детский сад, это военный корабль. Ясно? Ну. О, вас уже давно дожидаются. Вот видишь, я тебе говорила, Катя. Всегда у тебя так. Тайны, тайны. Оказывается, чепуха. Лево руля. Есть лево руля. Курс 15. Есть. На румбе 15. Так держать. Есть, так держать. Неутомимо, неукротимо, свой ускоряет путь. Наша такая. Днем и во мраке, в смелой атаке, чисть все вперед. Наша такая служба морская. Днем и во мраке, в смелой атаке, чисть все вперед. Море, грозное море, что ведешь ты гневно. Волны грохочут, битву пророчат, новый зовут поход. Иванов, слушай, товарищ лейтенант. А вдруг мы все-таки проспали ее, Иванов? Вам мало пришлось спать в последнюю неделю? Нет, я ее не проспал, товарищ лейтенант. У песчаной косы даже рыба не могла бы пройти незамеченной. Ну, рыба не рыба, а дельфина я бы услыхал. Как узнать, как бы поступил капитан-лейтенант на моем месте? Сторожил бы подводную лодку там, где мы сторожим. Там же, где мы? Ну да, это же самое узкое место. Ей негде кроме пройти. Смотри, товарищ лейтенант, опять этот огонек на вражеском берегу. Любопытно, для чего это они его там зажигают? Да, этот огонек очень высоко в горах. Когда огонь горит, она в бухте? Ведь так сказала девочка. Странно. Неужели в этом есть какой-нибудь смысл? Какой? Понимаешь, эта девочка с Мишкой живет совсем одна. Как одна? А вот так. И мне кажется, что здесь какая-то тайна. Ой, да ну у тебя всегда тайна. А что? Ой, подожди, нельзя. Пирать, лови. Пирать, пирать, лови. Молодец, это что? Пират настоящий следопыт. Вот когда я пробиралась в свою пещеру, то у меня, понимаешь, там... А тоже это слушать вам, о чем вы говорите. А тебе нельзя, ты маленькой. Подумаешь. Ну и сиди здесь.
смотри. На том берегу огонек. Ой, это там, где моя пещера. А почему там зажигается огонь? Неужели фашисты нашли мою пещеру? Это где твой ненастоящий крейсер-победитель? Подожди, подожди. А вдруг этот огонек сигнал? Для кого? Когда огонь горит, подожди. А вдруг это тот огонь? Нет, не может быть. А почему не может быть? Я тоже хочу слушать, чего вы говорите, о чем знать. Петя, отойди от девочек. Отойди от девочек, я сказала. Она что, есть? Компас? Откуда у него компас? А ну, дай сюда. Не дам. Ну, дай скорее. Ну, давай, давай. Давай. Ты где это взял? Где около калитки нашел в саду. О, тут что-то на обороте нацарапано. Победитель, победитель, победитель. Это, наверное, название корабля. Что? Что, что? Победитель? Так ведь это же мой компас. Он остался в моей пещере. Посмотрите, там есть буквы Е, точка, С, точка. После надписи победитель. Правильно есть. Ой, так это же мой компас. Смотри, Лида, компас принес из пещеры раненый краснофлотец. Значит, огонь горит в моей пещере. А кто, по-твоему, зажигает огонь? Я не знаю. Так огонь зажигает папа девочки с Мишкой. Ведь это он был вместе с раненым моряком. Я разгадала тайну. Значит, это он велел передать Королькову, когда свет горит, она в бухте. Понимаешь? Пока нет. Катя, только не спрашивайте меня, пожалуйста, ни о чем. Потому что за целый год я не смогу вам ничего объяснить. Я тороплюсь. Мне нужно все сейчас же рассказать Королькову. Бешеная. Впрочем, можете наушники больше не надевать. Все равно больше ничего не услышите. Но как же так, товарищ лейтенант? А вдруг? Никакого вдруг не будет. Но почему же, товарищ лейтенант? Потому что подводная лодка никогда не проходит мимо песчаной косы. Но как же она выходит в открытое море? Она не выходит в открытое море. Она прячется. Нет, этого не может быть. Ей негде спрятаться. А разве может быть, что она проходит мимо песчаной косы, а мы ее не слышим? Нет, этого не может быть. А огонь все горит? Горит. Когда огонь горит? Она в бухте.
чем вы думаете, Иванов? О том же самом, о чем и вы, товарищ лейтенант. Я думаю, что хорошо было бы повидать ту девочку, которая передала эти слова. Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант, разрешите что? Доложить. Я знаю, где мамин папа. Он на том берегу, в пещере, где горит огонь. Это он зажигает огонь. Фашистов, которых мы потопили, дальнобойная она или нет? Хотел бы я пострелять из такого орудия. Право на борт. Есть право на борт. Можно к вам? Пожалуйста, барышня. Самый главный. А вы же кок? Я вовсе не кок. То есть, я, конечно, кок. По боевому расписанию я представлен глубинным бомбам. Глубинным бомбам? Я сбрасываю глубинные бомбы, они разрываются и топят подводные лодки. Вот здорово! Как бы мне хотелось сбрасывать глубинные бомбы. Вы еще молоды, барышня. А вы? Я уже давно комсомолец. Она здесь, товарищ лейтенант. Ну, вылезай, вылезай, а то мы думали, что ты за борт свалил. Там, за этими скалами, товарищи, находится наш командир, наш капитан-лейтенант. Может быть, он ранен, или... Это он зажег огонь на вражеском берегу. Он видел фашистскую подводную лодку. И этот огонь — сигнал для нас. Мы немедленно должны послать человека за нашим капитан-лейтенантом, за нашим командиром. Это поручение трудное. Нужно добраться до берега и миновать вражеские сторожевые посты. Нужно в темноте
отыскать тропинку и пещеру. Нужно найти капитана-лейтенанта и вернуться с ним до рассвета. Пойду я! Я пойду! Разрешите мне? Пойти должен я, товарищ лейтенант. Пойдете вы, Макаров. Вы старше, опытнее и осторожнее всех. Вы дольше всех служили с капитаном-лейтенантом. Благодарю вас, товарищ лейтенант. Вы проведете ялик через буруны. Конечно. Вы пройдете сквозь сторожевые посты. Я старый краб, мне ползать не впервые. Ну как вы найдете пещеру? Огонь в пещере, с берега не виден. Постараюсь, товарищ лейтенант. Но как? Он найдет! Найдет? Я покажу ему, я жила здесь. Неужели ты думаешь, что я пущу тебя на тот берег? Там враг. Шлюпку на воду! Конечно, пустите! Товарищ лейтенант, ведь это несправедливо не взять меня! Ведь это я вам раскрыла тайну! И потом вам все равно без меня не найти пещеру! Я одна знаю туда дорогу! Ой, если вы меня не пустите, я сейчас прыгну в ялик и никуда отсюда не выйду! Товарищ лейтенант, ведь я одна знаю туда дорогу! Ты удивительная девочка. Я никогда не видел таких девочек. Хорошо. Я согласен. Идите, Макар Макарович, и возвращайтесь скорее. Мы будем вас ждать на рассвете у больших камней. Там безопаснее. Берегите девочку. Не беспокойтесь. Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант, возьмите! Прямо руль. Есть прямо руль. Прямо руль. Скалы, товарищ лейтенант. Все дело в быстроте. Только бы проскочить, прежде чем они успеют нас огонь!
бомбы! Ну, теперь не уйдешь. Первая! Есть первая! Вторая! Есть вторая! Смотри, наш катер вышел в открытое море. Когда свет горит, она в бухте. Ну, теперь она из бухты не выйдет никогда. Она осталась в ней навсегда. Пошли. Говорят!
Шнелля. Шнель! 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 Так это же идет наш старый краб. Я тоже вижу. Макар, Макарыч! Макар, Макарыч! Макар, Макарыч! Почему он один? Уж не ранен ли он? А где девочка? Карыч, сидите, сидите. Что с вами? Вы ранены? Нет, я цел. Только все кружится. Что? Что кружится? Все кружится. В море кружится, берег кружится, кружится, кружится. Они гнались за мной. Я лез все выше, выше, потом покатился по слону. Переворачивался, а вот сейчас все кружится. Но вы были в пещере. Вы видели, капитан-лейтенант? Мы же видели ваш сигнал. Что, что? А, ну да, вам все известно. О чем он говорит? Что нам известно? Он же путается, у него кружится голова. Хотели нас взять живьем, а я бросил гранату. Ну да вы сами все знаете. Опять он говорит, что мы все знаем. Вы немножко путаетесь, Макаров. Но это ничего. Это все от того, что у вас кружится голова. Нет. У меня голова больше не кружится. Тогда отчего же вы говорите, что мы все знаем? Так, она же вам все рассказала. Девочка. Нет, вы не пугайте меня. Я все сделал, чтобы дать ей убежать. Они гнались за мной. Я таскал их по кручам. Потом я прыгнул вниз. Ударился камнем. Не было ее здесь, Макар Макарыч. Она не приходила. Ее, конечно, схватили по дороге.
Пират! Пират! Макар Макарыч! Товарищ капитан лейтенант! Товарищ капитан лейтенант! Хорошо. Даже солнечный свет какой-то сегодня особенный. Никого бояться не нужно. Никого бояться не нужно. Никого бояться не нужно. Не нужно? Не нужно. Фашистов отогнали от города, сыночек. Они убежали. Убежали. Ура! 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 Мама! Ну? Мамочка, идем скорее к этой девочке, к Манечке. Я сегодня была у нее и обещала, что мы обязательно придем. Идем скорее. Ну, пойдем, пойдем. Нет, Лида, я тебя не понимаю. Ты что, тоже заразилась этой любовью к тайнам? Как же можно было мне не рассказать о девочке, которая живет совсем одна? А если она ждет своего папу и совсем не хочет никуда уходить, понимаешь, мама? Не может девочка жить совсем одна. К ней приходит Макар Макарыч. О ней заботится команда катера. Какой Макар Макарыч? Ты должна была мне сразу все рассказать об этом. А рядом с ней живет старушка. Да какая там старушка? Не могу. Сколько раз я собирался ей сказать, что ее пап погиб. И что ей надо уехать отсюда. И не сказал. Смелости не хватает, значит. Нет, так нельзя, Макаров. Мы не можем так уйти. Мы всем обязаны капитан-лейтенанту. И его дочь должна быть устроена. Здесь нужна твердость. Есть твердость, товарищ лейтенант. А все-таки страшно, Макар Макарович. Да, очень тяжело, товарищ лейтенант. Здрасте! Здравствуй. Здравствуй.
Здравствуйте. 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 Манечка дома? Плачет бедная девочка. Здравствуйте. А это моя мама. Мы сегодня все вместе пришли к Манечке. А что она сегодня папиросу набивала? Набивала. Значит, все еще ждет. И все-таки ей непременно нужно все рассказать. Сегодня вечером наш катер уходит. Далеко на запад. А без нас здесь ее оставить просто невозможно. Мы должны отправить ее в Омск, к ее тете. Она мне говорила, что она никогда этой тети не видала. Да еще неизвестно, как эта тетя ее встретит. Да нет, ни к какой тете она не поедет. Она будет жить у меня. У вас? У меня ей будет очень хорошо. Ну, конечно, это уж давно решено, правда? Ах, да, ты еще ничего не знаешь. Но я думаю, ты будешь рада. И муж мой, когда вернется с фронта, он тоже будет рад. Ну что ж, у нас была одна дочка, а станет две. Вы очень хорошая женщина. Ой, что вы, вы... Просто проходите. Очень хорошая. Вы проходите, пожалуйста, проходите. Но мы все-таки должны поговорить с Манечкой. И обязаны ей все рассказать. Манечки. Моя мама. А еще кто? Пришел лейтенант Корольков, а с ним Макар Макарыч. Макар Макарыч? Да. Он вернулся? Да. Вот здорово, молчи. Катя! Ну вот я и дома. Спасибо. Не за что. Поправляйтесь скорее. Обязательно, обязательно. Ну где же она? Ой, тише. Вы же мне обещали. Знаете что? Что? Вы взойдете на веранду, да, и сядете в свое кресло с таким видом, как будто никуда не уезжали. Хорошо, ладно? Хорошо. Это ваше кресло. Да. Садитесь. Ну где же Машенька? Ой, тише, вы же мне все испортите. Машенька! Тихо! Папочка вернулся! Папочка вернулся! Машенька! Папочка, доченька! Милый, вернулся! Папочка, милая! Вернулся. Доченька. Товарищ капитан-лейтенант? О, Корольков, Макар Макарыч. Александр Николаевич, как же это? Александр Николаевич, живой! О, живой. Ну, докладывай. Ну, товарищ капитан-лейтенант. Ну? Ваше приказание выполнено. Подводная лодка потоплена. Потоплена. Ну, спасибо. Спасибо, Корольков. Макар Макарович, спасибо. Это ты. Ты спасла моего папу. Папа, правда, Катя самая хорошая девочка на свете? Да, только у нее один недостаток. Она слишком любит тайны. Откуда она появилась? Вы что-нибудь понимаете, Макар? Ничего не понимаю. Александр Николаевич. Да я сам половины не понимаю. Вот она меня нашла.
Как ты попала в пещеру? Так ведь Макар Макарыч остался в пещере. Так. И я не могла его бросить одного. И ты не побоялась вернуться в пещеру? Нет, я очень боялась. Держи. О, это твой первый подвиг, Катя. Спасибо. А впереди у тебя большая жизнь, Катя. И ты ее хорошо начала. Подумаешь, я тоже сбил самолет. И три счастливые подруги остались в маленьком приморском городе. А корабли с доблестными моряками пошли на запад, чтобы добить врага и никогда больше не допустить его на нашу землю. Так закончилась история об отважной девочке Кате.